Друзья, сегодня хочу рассказать о разминке перед тренировкой. Моей обычной разминке, моему опыту разминки перед тренировкой, для того, чтобы объяснить, что к чему. В детстве, когда я пришел в «Шахтер», мы собирались группой. Вся группа пробегала несколько кругов по залу, вставали, разминали руки, ноги, корпус, предплечья, кисти, голову. Потом делали специальную заминку для того, чтобы привести свой организм в норму. Это все настолько правильно, настолько академично, что с этим даже поспорить нельзя. Так надо делать в идеале, когда у вас есть время, когда вы хотите прокачать свое тело, чтобы оно у вас не заболело, чтобы в процессе тренировки не было травм, для того, чтобы не было неподготовленных ударов, и для того, чтобы вы готовы были свое тело полностью посвятить настольному теннису. Что лично я делал? Ну, во-первых, если у меня тренировочный день распланирован на 1-2 тренировки в день, с утра делал зарядку. Это уже будило мой организм, приводило в тонус все мышцы. На зарядке, пробежав минут 10-15, я обязательно разминал крупные группы мышц, такие как спина, руки, разминал шею, разминал ноги, сделав несколько приседаний. Дальше, непосредственно перед тренировкой, обязательно сделал задание, называющееся в простонародье мельница, для того, чтобы широкие мышцы спины и позвоночный столб был размят, для того, чтобы не было спонтанных защемлений нервов в позвоночнике, для того, чтобы не болели руки-ноги, и для того, чтобы я мог спокойно подготовиться. Пробежав несколько кругов вокруг столов или по залу, приводил в порядок ноги, делая боковые движения, приставной шаг. На все это у меня уходило минут 5-10. Обязательно разминал руки, круговые движения руками. Обязательно разминал колени для того, чтобы наши самые главные теннисные травмы предупредить и не давать им мешать мне играть. Разминка шеи, разминка спины, разминка рук. Это основные части тела, которые я разминал перед тренировкой. Конечно же, можно и не разминаться. Например, корейская сборная, сборная Южной Кореи, про которую я очень часто и много хочу узнавать и часто читаю про нее, потому что они часто делают передовые достижения в настольном теннисе, в том числе в разминке. Одну из тренировок проводят вообще без разминки. Бросают своих спортсменов в бой. Объясняю это тем, вас же на улице, встретив бандит, не будет спрашивать, сделали вы разминку и готовы ли вы отразить мой удар. Они сразу бьют. То же самое в настольном теннисе. Корейцы решили так. Одну тренировку надо провести сразу же без разминки. Готов ты или нет, надо исполнять те самые важные элементы, подачи, прием. И для этого надо быть всегда готовым. Вот в общих чертах мой опыт, мои заметки по этому поводу. Спасибо большое за внимание.